Добро пожаловать на канал Hard Reset Info, друзья. Это устройство Realme Watch. Сейчас я покажу вам, как изменить яркость экрана на этом устройстве. Итак, вначале вам нужно будет сдвинуть вот эту вот шторку, то бишь, смотрите, вы снизу вверх сдвигаете, затем спускаетесь вниз и, секундочку, сдвигаетесь вниз и выбираете пункт настройки. Он находится в самом конце. После этого нажимаете «Общие настройки». Затем яркость дисплея. И выбирайте количество яркости в процентах. Например, 90. Выбирайте все, яркость дисплея изменена. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!